В Народном театре Арсеньева состоялась премьера спектакля «Цирк зажигает огни». На сцене местного ДК «Прогресс» самодеятельные артисты показали детям и взрослым волшебное представление, наполненное музыкой и танцами. Перед началом спектакля состоялась пресс-конференция, где на вопросы СМИ и представители культурного сообщества отвечали глава Арсеньевского городского округа Владимир Пивень, художественный руководитель театра имени Горького, народный артист Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звеняцкий, художественный руководитель проекта «Народный театр» Яна Мялк, режиссер-педагог проекта Марина Волкова и заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Ольга Максимчук. У нас в спектакле участвуют педагоги, участвуют торговые агенты, участвуют работники градообразующего предприятия «Прогресс», участвуют директора, у нас вот нет даже их два директора, директор молокозавода, одного из наших крупнейших предприятий, Юрий Павлович Менкин. У нас пенсионеры есть, у нас есть сотрудники Сбербанка, бухгалтера, преподаватели техникума, преподаватели школьные, учащиеся, вот, ну, на самом деле, вот, фотограф, девушка, находящаяся в декрете. «Цирк зажигает огни» – лирическая комедия в двух действиях. Выбор пьесы был связан с желанием создателей театра совместить как можно больше творческих сил города. В постановке занята Арсеньевская студия циркового искусства. Я вас оставлю без горя. Когда я вижу вас, мое сердце делает 200 ударов в минуту. Может быть, у вас гипертония? Сюжет рассказывает о жизни цирка, превратностях судьбы, о взаимоотношениях людей, любви, доброте и доверии. Напомним, что проект «Народные театры Приморья» создан по инициативе главного режиссера театра имени Горького Ефима Звеняцкого при полной поддержке губернатора края Олега Кожемяка. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.